Я Джессика, и мне 18. Я как бы модель. Я хочу найти умного, веселого парня с красивой фигурой. Всем привет, я Тимати. Немного о себе. Чики просто в шоке от моей манеры. И еще, никогда не... Это как его? Не туплю, всегда подхожу первый. Привет, я Рома. В свободное время очень люблю летать в разные страны. Не всегда долетаю. Но мой тренер по левитации говорит, что главное, нужно трудиться. И как можно сильнее махать руками. Привет, я... В камеру! Извините, отвык. Я Влад Сташевский. Друзья называли меня Влад. Короче, кто помнит, тот помнит. Остальные в Википедии почитают. Привет, мальчики! Я не знаю, как вы выглядите, зато очень скоро я узнаю, как выглядят ваши комнаты. А поможет мне в этом MTV и специальный шпионский чемоданчик. Итак, первая комната. Ауч! Don't worry, Chica. Просто yesterday был birthday of my friend's girlfriend. Но скоро must go room service, и все будет all right. Ну, что ты меришь-то? Загадил квартиру, так скажи. Так, без инструментов здесь не обойтись. О, ла-ла. Сейчас мы просветим это одеяло специальной лампой. ОАО РЖД, поезд Москва-Владивосток, 9-й вагон, проводник Нарли. Ты любишь опасности? Москва-Владивосток? Ну ладно, посмотрим, как ты одеваешься. Чего вы на меня смотрите? Я вообще его не знаю. И тебя, кстати, тоже. Я достаточно увидела. Судя по моим находкам, хозяин этой комнаты – человек разносторонний. Это мне понравилось. Мне не понравилось то, что окно комнаты выходит на северо-запад. Эй, парень, тебе что, 15? Пора бы уже повзрослеть. Вторая комната. Чё надо? Привет, я Джессика. Это обыск и свидание. Пошла нахуй, Джессика. Класс, пойдем. Собачка. В этом доме очень много собак. Значит, ты любишь домашних животных, это хорошо. Мне не понравилось. Фу, фу, собак!
что ж, последняя комната. Заходим. Заходим. Ну что же, с двумя из вас сегодня мне придется расстаться. Итак, в первой комнате кровать была неплотно прижата к стене. Мне не нужен инфантильный парень. Чика, это моя комната. Меня зовут Тимати. Очень приятно. Пока, Тимати. Итак, в третьей комнате... Даже вспоминать не хочу. Я Рома, это моя комната. Как? В смысле? Да я совсем забыл про нее. Мне ее на сдачу дали. Ну, на нет, как говорится, сюда нет. До свидания. А так это твой? Малыш, я же не первый год в шоу-бизнесе. Я записал 7 альбомов, больше 100 хитов, призер и лауреат. Так что дать чужой адрес у меня ума хватило. Пойдем, несмышленыш. Давай, иди, давай, честно.